от жемчужины Черноморского побережья мира, вселенской здравницы, в лучшем городе в мире и столице преувеличений, в городе Сочи. Температура воздуха плюс 32 градуса, температура воды 27, Сосо-Павлиашвили 55. Бросайте дела, летите к нам в Сочи. Я отвечаю, всех поцелуем. Чай, кофе, шашлык, потанцуем. Жаркий день на Черном море. Солнце светит над волной. Я приехал в чудный город. Здравствуй, Сочи, мой родной. Сексуальные красотки, шоколадки на песке, словно маленькие лодки, пароходы далеки. Добрый вечер, Сочи, 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 темные ночи, пальмы и зной. Добрый вечер, Сочи, 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 Черное море, чайки над волной, Черное море, чайки над волной. Плавает в море много носатых, дельфинов небритых и волосатых. Выходишь из моря и лежишь на гальке, на гальке, на Ольге, на Ленке, на Вальке. В Сочи реально все включено, солнце, звезды, любовь и вино. Так что танцуй, веселись и колбасься, все будет круто, отвечаю, Вася. Добрый вечер, Сочи, 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 темные ночи, пальмы и сной. Добрый вечер, Сочи, 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 Черное море, чайки над волной. Добрый вечер, Сочи, 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 темные ночи, пальмы и зной. Добрый вечер, Сочи, 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 Сочи. Черное море, чайки над волной. Черное море, чайки над волной. Ладно, приезжайте по-братски, ну, где дело еще по горло, квартиры еще сдавать нужно. Все, чао. Павлиашвили! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Сочи! Привет, Сочи! Привет, новая волна! Мы рады приветствовать вас на юбилейном вечере Сосо Павлиашвили и проведем его мы. Весь вечер с вами. Ваш любимый сгусток меха и смеха, официальный бородач Российской Федерации, звезда фильма ужасов «Бабушка легкого поведения 2» и танцевально-музыкального триллера «Алкоголичка», официальный Карлсон и панда Краснодарского края Михаил Галустян! Здрасте, здрасте. Ну и человек, который является автором и исполнителем самых смешных объявлений меня, Гарик Мартиросян! Спасибо, Михаил, спасибо. А теперь, Гарик, как и полагается большинству мужчин, которые приезжают в Сочи, мы с тобой должны пойти налево! Друзья, не пугайтесь, Михаил, ну, чисто геометрическое действие по поводу сцены. Пойдем налево под ваши аплодисменты. Михаил, пока мы идем, я бы хотел озвучить немой вопрос, который я прочитал в глазах практически у всех зрителей, да и, наверное, телезрителей, которые сейчас удивленно сидят перед телевизорами. Почему в Сочи проходит юбилейный вечер Сосо Павлиашвили, на котором будут петь исключительно грузины, а ведут вечер два армянина? Почему? Ну, по-моему, все логично. Грузины поют, русские слушают, а армяне, как всегда, пытаются на этом немного заработать.
Мишка, то, что сейчас показываешь обезьянку на пляже, не значит, что мы сегодня с тобой что-то заработаем. Я сейчас вам переведу с древнесочинского на нормальный русский язык. Миша имел в виду, что Сочи всегда славился своими интернациональными традициями. Безусловно. Жизнелюбивой, жизнерадостной атмосферой. И под ваши аплодисменты мы начинаем прекрасный вечер грузинских песен. Ура! Итак, юбилейный вечер Сосо Павлиашвили. Да. Давайте я вкратце расскажу вам, что нас сегодня ждет. Не надо вкратце ничего рассказывать. Зрители умные. Или ты думаешь, что они пришли в зал и думают, что же будет сегодня на юбилейном вечере Сосо Павлиашвили? Видимо, выйдет Ким Кардашьян с мужем и будут петь песню «А где-то горы, горы, а за ними ними Армения моя». Никто так не думает. Все прекрасно понимают. Юбилейный вечер Сосо Павлиашвили. Придут самые близкие друзья Сосо, которые по странному стечению обстоятельств являются суперзвездами нашей эстрады, и будут петь его песни. Вот и все. Никого не интересует. Или ты думаешь, что обязательно нужно вот так зрителям сказать, что сейчас выйдет Валерий Меладзе, будет петь песню «Я отвечу только перед Богом», да? Ну, ты знаешь, Гарик, я думаю, надо именно так сказать. Почему? Ну, как бы, я уже вел новую волну, тут такая жесткая схема. Эти звезды, они такие, их объявляешь, они выходят, а их, если не объявить, они вообще не выходят. Да, я тебе сейчас продемонстрирую. Вот смотри, встречайте, чистый горный источник тестостерона, грузинский Фрэнк Синатра, родной брат гения. Видишь, не выходит еще. Валерий Меладзе. А вот сейчас должен пойти. Схема работает, пошли. Валерий Меладзе, друзья. Валерий Меладзе. Моя жизнь как кинолента, были разные моменты. Я надеюсь, каждый прожит был не зря. Были взлеты и падения, и прощания, и прощения. Было в жизни все, короче говоря. Не сдавался, не прощал предателей. Жизнь любил и часто ошибался. Но по жизни только перед матерью я с молитвой в сердце преклонялся. Я наполню вином стакан. Пусть летит этот тост друзьям. Пусть напомнит им о былом, нашем детстве добром, босоногом. Может, в чем-то я был неправ, но за правду всегда стоял. И за все, что уже прошло, я отвечу только перед Богом. Я хочу, чтоб песню эту не оставил без ответа. Наш Господь и всех с небес благословил. Душу Он мою читает, все грехи мои Он знает. Видит Он, я ничего не утаил. Не сдавался, не прощал предателей. Жизнь любил и часто ошибался. Но по жизни только перед матерью я с молитвой в сердце преклонялся. Я наполню вином стакан. Пусть летит этот тост друзьям. Пусть напомнит им о былом, нашем детстве добром, босоногом. Может, в чем-то я был неправ,
я отвечу только перед Богом. Добрый вечер, друзья. По-братски от всей души поздравляю Сосо, нашего друга, нашего брата, с этим прекрасным вечером. Пусть он пройдет прекрасно, пусть у вас будет прекрасное настроение, и пусть всегда-всегда ему сопутствует удача. Спасибо, Валерий. Шнура колесу. И вам не болеть, дядя Валера. Видишь, Михаил, как вышел Валерий Меладзе, сразу создалась та важная, нужная атмосфера, которую я ждал. Прекрасный вечер, волшебная грузинская музыка. Скажи. Да, действительно. Тем более в зале все сочинцы сидят. Это так прекрасно. С чего ты взял, что только сочинцы? Ну как, все сочинцы. Ну кто из Сочи, коренные сочинцы? Похлопайте, поднимите руки. А? Ну? А? Что? Что? Не получилось подороже билеты перепродать, да? Миша, что ты несешь? Что? Я свой билет перепродал. Кому? Реве. Михаил, не забывай, что это телевидение, и мы на новой волне. Юбилейный вечер Сосо Павлиашвили, понимаешь? Что понимаю. Значит в зале только сочинцы? Кстати, как ты думаешь, кто действительно сегодня собрался послушать песни Сосо Павлиашвили? Ну, я думаю, явно те, кто... Кто собрался, послушал песни грузинских исполнителей? Говори. Ну, явно те, кто за 2 недели отдыха в Сочи устал слушать армянских исполнителей. Михаил, я понял, тебе вопросы нельзя задавать. Давай, объявляй. На сцене «Новой волны» моя любимая группа. Какая? Ну как, какая? Моя любимая. Ну какая группа? Ну, группа А-студио. А-студио? Да. С какой песней? С песней «Ты мой бог». А-студио, «Ты мой бог». Встречайте! Ты мой бог, ты первый
Дамы и господа, А-студио! Спасибо огромное! С прекрасным днем поздравляем нашего брата Сосо. Мы очень тебя любим. Спасибо. А сейчас, внимание, очень серьезное объявление, важное, небольшое, пожалуйста, большая просьба от организаторов «Новой волны» абсолютно всем зрителям. Посмотрите, пожалуйста, под свои кресла. Посмотрите внимательно. Смотрите, смотрите, пожалуйста. Мужчины, посмотрите в карманах, женщины, поройтесь в сумках. Дело в том, что мы нигде не можем найти Мишу Галустяна. Он куда-то пропал. Посмотрите, пожалуйста, где-то там в углах помещения, там под столом жюри. Гарик! И... Гарик! Да. Гарик, я здесь. Где? Я здесь, брат. Нас обманули. Здесь самый настоящий юбилей Сосо Павлиашвили. Что? Да, мы здесь находимся. Ты не понимаешь, все, что там не то. Все здесь, посмотри. Ты когда-нибудь видел все? Вот это все вот здесь находится, Вася. Отвечайте, караул, что происходит. Посмотри. Посмотри, хинкали какие. Здесь у хинкали попка больше, чем у сестер Кардашьян. Отвечаю. Посмотри. Поросенок плачет, посмотри на эту хачапури, лодочка на ней, до Болгарии доплыть можно, мамой клянусь. С ума сойдешь, эти грузины такие гостеприимчивые, слушай, я как только пришел, они мне давай садись, кушай, шашлык меня суют, люля пихают, пхали в меня пхали, караул, Вася, с ума. Миша, Михаил, да. Значит, во-первых, не мешай людям, во-вторых, вернись на сцену, нам нужно продолжать вести вечер Сосо Павлиашвили. Гарик, я не могу. Во-первых, я встать не могу со стола, брат. Во-вторых, как-то, ну, я не знаю, хочется здесь песня хорошую сейчас, чтобы послушали. Когда еще в такой компании такой посидим хороший? Сосо-джан, Ахпорбес, спой для нас всех песню, для друзей. Ну, как я тебе откажу, тем более в Сочи. Про друзей, значит, про друзей. Пошли. Михаил, я хочу тебя предупредить, что когда человек подливает всем вино и несет закуски, это не тамада, а официант. Вернись сюда! Михаил! Сейчас, сейчас! Друзья, давайте посмотрим, успеет ли Сосо за 5 секунд добраться из будем Красной Поляны. Будем еще любить, будем музыку дарить, радости любимым и друзьям. Сосо Павлиашвили! Эй! Знаем мы из книг, дорог каждый жизни миг, и надежду незачем терять. Ай-яй-яй. Будем мы еще любить, будем музыку дарить, радости любимым и друзьям. Как часто мы грустим, как часто мы страдаем, порою все прошло, не стоит вспоминать, но что там впереди, мы не знаем, и прошлое хотим все еще догнать. А жизнь летит, летит, ее не остановишь, и прошлогодний снег уже не сохранить, и в небе журавля не изловишь. Просто нам себя нужно изменить. Знаем, знаем мы из книг, дорог каждый жизненный миг, и надежду незачем терять. Ай-яй-яй. Будем мы еще любить, будем музыку дарить, радости любимым и друзьям. Фортуна то лицо, а то опять спиною. Капризная судьба обманет сотни раз. Но стоит ли грустить, ты со мною, музыка моя, ты со мной сейчас. Знаем, знаем мы из них, дорог каждый чистый миг, и надежду не зачем терять. Стырик,
Радости любимым и друзьям. Не слышу тебя, Сочи! А еще громче! Рукавища! И поем все вместе, приготовились!
Сосо Павлиашвили. Спасибо, спасибо. Класс, да, Гарик? Да, классно, Миш, классно. Я хотел тебе сказать, знаешь, я вот не понимаю людей, которые говорят, что в Сочи дорого. Не знаю, я раньше здесь жил, но тут реально дорого было. Потом в Москву уехал, вот, и вернулся, и понял, что здесь намного дешевле стало, в принципе. Не знаю. Миш, не понимаю. Это и понятно, ведь армянам дорого только в Ереване, из-за этого и во всем мире армян живет больше, чем в Армении. Я тебе другое скажу. Давай вернемся к грузинским исполнителям. Так. Меня всю жизнь коробило только одно. Когда все вокруг говорят, что грузины – это лучшие певцы в мире. Грузины поют лучше всех в мире. Вот ты представляешь, сколько миллионов людей обижаются на эту фразу. Но вот что значит «грузины поют лучше всех в мире»? Гарик, а что тебя смущает? Подожди. А грузинки? А, грузинки, ну да. Грузинки поют значительно лучше, чем грузины. Миша, я сейчас тебе это докажу. Как? Сам докажешь? Нет, я эти одежды сегодня не взял с собой. Докажет это вместо меня, Михаил, тебе и всему миру. Великолепная, неподражаемая, единственная на весь свет Теона Кантридзе с песней «Так проходит жизнь моя». Встречайте! Аплодисменты, друзья! Я пела песню спонкую, и со мной мои друзья. Где была еще вчера, там сегодня не найти. Так проходит жизнь моя, каждый день пути. We are the power.
Тона Контридзе. Так проходит жизнь моя. Та-ра-ра-пи-пи-пи-ра-тай. Ла-та-ба-ра-ба-ра-тай-най-най. Фа-ба-ра-ба-та-най-най-най. Так проходит жизнь моя. Миша, что ты делаешь? Михаил. Это вся моя родня. Я танцую. Ты знаешь, что ЮНЕСКО официально признала грузинские песни и танцы достоянием всего человечества? Гарик, я просто танцую. Можешь успокоиться или нет? Михаил! Михаил! Я тебе еще раз напоминаю, это культурный, интеллигентный вечер. Вечер грузинской песни. Ты вообще понимаешь, что грузины — это одна из самых древнейших наций в мире? Гарик, да все армяне это понимают. Грузины на наших глазах выросли. Это не дает тебе права вот так танцевать под грузинские песни. Дорогие друзья, вот и пришло время объявить специальных гостей, которые находятся сегодня в зале. Ведущие суперпопулярного нашего любимого с Мишей шоу на Авторадио. Шоу «Поехали» Сергей и Виктор. Привет, Сергей! Привет, Виктор! Вот они привет, в зале. Поприветствуйте! Привет, привет! Добрый вечер, Сочи! Добрый вечер, «Новая волна»! Добрый вечер, телеканал «Россия»! Здравствуйте, друзья! Сергей Демидов, Виктор Абрамян здесь с вами. Большая честь для нас. Друзья, ну вообще сегодня на очень приятные, очень правильные темы мы все говорим. Это тема Кавказа, тема армян, конечно же, тема грузин. Но почему-то вот и Миша, и Гарик говорят о том, что армяне ассоциируются с продажами, перепродажами, бизнесом. Я не знаю, почему это говорят. Я хочу поговорить о другом. Хочу выяснить у наших зрителей, с чем или с кем ассоциируются грузины. Вот прекрасная девушка сидит прямо около меня. С чем или с кем у вас ассоциируются грузины? С вином. С вином. Хорошая, правильная ассоциация, мне кажется. Я здесь тоже задам вопрос молодым людям, которые позволили мне посидеть на этом стуле, пока я ждал выхода. Ребят, Грузия, грузины. С чем ассоциация грузины? Докторами. Гостеприимство. Горы и гостеприимство. Мне кажется, армяне тут тоже могут поспорить, они это любят. Но давайте еще одной красивой девушке узнаем. Итак, грузины. С кем или, может быть, с чем ассоциируется у вас? Честь, совесть, доброта. Честь, совесть, доброта. Горы, вино. Мне кажется, прекрасный список получается. Но я хочу сказать, что в этом списке почему-то никто не назвал битбокс. Вот вам может показаться, что это странно, грузин и битбокс, но на самом деле есть грузин, который роскошно владеет этим искусством. И, кстати, ребята, он вас ждет. Дамы и господа, Вахтанг ждет тебя, грузин. Позвонил прямо среди ночи, тебя назвал девочкой своей. Я прошептал, что скучаю очень, и попросил, приезжай скорей. Быстро собралась ты ко мне в дорогу, на ближайший рейс ты взяла билет. Но остановил пограничник строгий, никакой любви, если визы нет. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя грузин? Живешь в Москве, ну а я в Тбилиси. Не можем мы встретиться никак. Прощай, весна, опадают листья. Ты там, я здесь, все у нас никак. Жаль, мы далеки, жаль, что мы не птицы. И разлуки нам снова
снова суждены. Знаю, что любви не нужны границы, любящим сердцам визы не нужны. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, что тебя грузит? Ну что же ты за девушка, ну что же ты творишь, а? Ты же видишь, как скучает по тебе он, малыш. Любит тебя, сходит с ума, дышит тобой. Свое сердце для Вахтанга ты открой. Он уж человек, да к тому же он грузин. А грузины долго не могут жить один. Что тебя, бедняга, стиляга, симпатяга. Красивый, надежный, готовый для брака. В общем, эти плюсы в нем звонкоголосом. Да к тому же он признанный король бокса. Лучше всех, поверь мне, читает рэп Вахтанг. Это не Вахтанг, а практически Мутянг. Number one boy. Ой, грузинский мужчина, где же ты еще найдешь такого же грузина? Сосо уже женат, Лепс уже женат, один Вахтанг, холостой на расклад. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, что тебя грузит? Гениальному СОСО, что позвал меня сюда. Для меня огромная честь. Спасибо большое, ну ладно. Спасибо. Дамы и господа, Вахтанг! Аплодисменты, друзья. Ладно, друзья, в целом уже о грузинах мы поговорили, но хотелось бы поговорить об одном, главном сегодня вечером грузине, конечно, о СОСО Павлиашвили. Более того, у нас есть приз, пока не скажем какой, но мы хотим его разыграть. Вот буквально перед началом мероприятия мы за кулисами поговорили с СОСО Павлиашвили, и он сказал, какое количество песен он успел написать за годы своего творчества. Если вы угадаете, то получите приз. Все очень просто. Вот около меня прямо сидит очаровательная девушка в леопардовом платье. Ну, как вы думаете, сколько песен мог успеть написать СОСО? 40. 40. Принято. Так, ну такая скромная версия, в общем, скромная, 40, да? Давайте здесь поинтересуемся. СОСО Павлиашвили за свою долгую, блистательную карьеру сколько музыкальных композиций написал? Я думаю, что больше 200. Больше 200, принято, это хорошая цифра. А вот, между прочим, Сергей, здесь девушка сама подняла руку, то есть, может быть, она знает наверняка, может быть, ей уже сообщил СОСО, итак? 303. 303. Какая четкость, обрати внимание, конкретная величина. Ну давай еще раз ты попробуй. Давайте еще одного. Молодой человек, как вы считаете, сколько музыкальных композиций за свою блистательную карьеру написал СОСО Павлиашвили? 600? 350. 350, то есть ты прям слегка приподнял ставку от 303, да, решил не разгонять. Ну что? Мы вынуждены констатировать, что нужно поближе познакомиться с молодым человеком около тебя. Как вас зовут? Алексей. Алексей, как давно вы знакомы с творчеством СОСО Павлиашвили? Со школы. Со школы, молодец. То есть примерно, ну ладно, не будем уточнять. Леш, мы от всей души вас поздравляем. Вы молодец, вы были ближе всех. СОСО Павлиашвили на самом деле написал 500 музыкальных композиций. Но Леша был ближе. И в качестве приза, Алексей, мы вручаем вам вот этот крупный план от телеканала «Россия». Поаплодируйте, пожалуйста, Леша. Леш, спасибо огромное. Друзья, смотрите «Новую волну», слушайте «Авторадио». Всем хорошего вечера и передаем слово Мише Галустяну и Гарику Мартиросяну. Спасибо, ребята. «Авторадио», аплодисменты. Ой, класс. Дорогие друзья, по-моему, получается очень классный вечер, да, Михаил? Да, согласен? Просто прекрасный вечер. Ты знаешь, Гарик, я тут подумал. И... Так, внимание, Михаил подумал. Запомните этот миг, расскажите внукам, что вы присутствовали при этом. И что ты подумал, Михаил?
Ну, я подумал и решил, вот после этого замечательного, так скажем, грузинского гостеприимства, вечера грузинского гостеприимства, так. Я хочу сделать просто сногсшибательную ночь армянского кайфоловства такого, знаешь. Я хочу всех пригласить в ресторан к моему другу Овику. Вообще всех? Вообще всех, все 1500 людей, мужчин, детей, женщин два раза приглашаю. Приходите все в 11 вечера, я сейчас позвоню даже и скажу. Это все. Сегодня прям будет? Да, прям сейчас. Алло, Овик. Да, да, сегодня вечером накрывай поляну, мы придем сегодня, да. Сколько людей? Ну, 1500 где-то. Стульев не хватит? Сколько стульев не хватает? Два стула не хватает? Ну, сблизьте два ресторана, соедините, как в прошлый раз. Миш, я хочу тебя предупредить, что тот, кто приглашает, тот и платит в итоге. А, да? Ой, подожди, еще не до конца все решено, на самом деле, я, может, перезвоню, все. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену следующего артиста. И ничего платить не буду. На сцене легендарная Тамара Гверцители. Пой со мной! Со мной. О-о-о-лари, о-о-о-лари, все случается со мной. Не давить на судьбу, на друзей или случай. Продержусь на плаву, а потом не взначай. Но вернёшься. Ты сквозь слезы пой со мной. Лечит, ведет песни и смех. Пой со мной. Пой со мной. Ты увидишь, все пройдет. И добро вернется вновь. Смоет беды, грехи и кровь. Пой со мной. Что мне Бога гневит? Ты сквозь слезы пой со мной. Лечит время в песне и смех. Пой со мной. Пой со мной.
победы, грехи и кровь. Пой со мной. Ты увидишь, все пройдет, и добро вернется вновь. Смоет беды, грехи и кровь. Тамара Гверцители! Спасибо! Гарик! Спасибо! Сосо, все цветы тебе. Потому что спасибо за эти песни. И я оставляю эти цветы на самом святом месте для артиста на сцене. Спасибо большое, Диди Мадлуба. Огромное спасибо. Тамара Гверцители. Гарик. Ты опять там? Видишь, она святая. Согласен. Гарик, ты там? Я здесь, а ты где? Гарик, я здесь. Я ушел сюда ненадолго. Подержи, пожалуйста. Что там происходит, Михаил? Ну что, я пошел горлышко промочить. Ты знаешь, Гарик, что у грузинов есть 495 видов вина. Так. Вот. 490 из них вкусные. А остальные 5? Остальные 5 я еще не попробовал. Ой, подожди. Миш, ты скоро? Нет, нам надо вести вечер. Здесь новая волна, люди ждут. Я скоро. Просто вы понимаете, что, друзья, простите, когда встречаются грузин и армянин, получается вот такое шумное застолье. А когда встречаются грузин и армянка, получается Тина Канделаки. Так, ты заткнись там. Давай иди на сцену уже, нам надо следующий номер объявлять. Все. Давай быстро, одна нога там, вторая здесь. Как скажешь, официант, одну ногу барани туда, одну здесь оставьте, пожалуйста. Миша, какой официант, какие ноги? Я тебе говорю, хватит ерундой заниматься. Ладно, дорогие друзья, я объявлю следующих исполнителей без тебя, Миша, которые споют без тебя. Да пусть поют без меня, я не против. Это же наша песня. Нет? Да песня называется «Без тебя», не понимаешь, что ли? Нашу песню. За нашу песню. За нашу. Дамы и господа, с песней «Без тебя» на сцене Саша Шоуа и Есения. Встречайте! Сегодня я проснулся без тебя, разбитым сердцем чувствуя потерю. Сегодня замерла любовь моя, оставшись в одиночестве за дверью. И можно все сейчас перечеркнуть и заменить одну любовь другую, и взять бы где-то воздуха чуть-чуть и подружиться с этой тишиною. Без тебя я плачу, без тебя, без тебя, и ты об этом знаешь. Без тебя мне больно, без тебя, без тебя, мое сердце умирает. Сегодня я проснулась, чтобы жить.
без тебя. Сегодня я проснулся без тебя. Сегодня я проснулась. Дамы и господа, Есения и Саша Шоу, спасибо вам. Мишки, Саша. Без тебя. Гарри, спасибо. 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 Спасибо авторам. Так, дорогие друзья, тост. Тост. Однажды высоко-высоко в горах... Армении. Нет, просто в горах. А в каких горах? Да просто, Михаил, в горах. Просто в горах. Абстрактных среднестатистических горах. Просто в горах. Хорошо. Однажды высоко-высоко в горах в одной маленькой деревушке жил седовласый мудрец. Армянин? И... Нет, просто седовласый мудрец, Миш. А, я понял. Жил седовласый мудрец, и у него была прекрасная дочь. Армянка, вот... да? Нет, просто дочь. И к этой дочке однажды пришел свататься прекрасный принц. Ну, 100% армянин. Нет, Миша, просто принц. И он привел с собой, этот прекрасный принц, 10 баранов. Тут вопросов нет, продолжай. И чё, и чё? Все, все, что и чё, сбил ты меня. Давай теперь сам говори тост. Ну что я скажу? Как будто я меньше тебя люблю Армению. Армения, 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 Армения. Понятно, вот скажи тост. Ты вот готовился к сегодняшнему вечеру? Да, я готовился. Ты не готовился, ты все время вставляешь вот эти шутки про Армению, потому что ты ни черта не знаешь про Грузию. Вот тебе и нечего пошутить. Да я готовился, я знаю про Грузию много, ты чего? Знаешь про Грузию? Конечно. Хорошо, тогда скажи, что объединяет Россию и Грузию? Что? Багратион. Какой Багратион? Ну, Багратион, он объединяет Россию и Грузию. Он вообще не только Россию и Грузию объединяет, он много народов объединяет. Вообще шикарный коньяк, ты знаешь, объединяет так, что... Это тебя там научили, да, за застольем? Ага. Там, откуда ты приехал. Да. Хорошо, а как в Грузии называются деньги? Лари. А много денег? Долари. Да ты что? Да. Маленькая сочинская Википедия такая. А как по-грузински будет очень-очень-очень-очень много денег? По-моему, лепс. Что лепс? По-моему, лепс сейчас должен выйти на сцену, а мы должны пойти за кулисы, Гарри. А, точно, я был неправ, он все-таки готовился к концерту. Дамы и господа, встречайте Григорий Лепс с песней «Небо на ладони». Всем добрый вечер. Я поздравляю своего друга. Две пятерки. А. Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно нес тебе я. И луну, и звезды пополам делили. Было просто жить в огромном мире. Небо на ладони, платье белоснежно. Небо на ладони, ты несла мне нежно. Разве было мало жить с небесным браком? Можно. Святый, кто не верит глупому разврату, если сердце претит, значит так и надо.
глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны слов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони. Григорий Лепс и Сосо Павлиашвили. Сосо. Спасибо большое. Лет, твой микрофон работает? Раз, два, три, четыре. Конечно. Работает? Работает, не работает, работает. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. С нами! Не гадайте на любовь. И так далее. Дайте сердцу подсказать, подсказать. С кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Нет, только с Григорием Лепсом. Я, честно говоря, никому ничего не отдам. Это не мой метод. Поздравляю. Григорий Лепс. Единственный и неповторимый. Сосо, куда вы? Сосо, вернитесь. Мы так много шутили с Мишей Галустяном про тосты, что у меня возникла идея, ну не отпустим же мы тебя без серьезного тоста, без шуток. А так как ты грузин, то, наверное, этот тост должен быть музыкальным. Ты готов? Сейчас. Я бы хотел, чтобы ты спел песню, которая является своего рода тостом, Сосо. Я думаю, тебя в этом поддержит весь зал. Ведь это песня, тост про родителей. Сейчас бы убежать, в детство убежать. Как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайны рассказать, тайны рассказать. Вы простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. Сейчас, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Я давно мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг, истину постиг. Дай вам Бог уйти минутой раньше,
детей давно седых, нас давно седых. Вы простите мне, слуги грешна. Они с детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И сейчас, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И сейчас, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Сосо, я думаю, ты сказал тост, надо выпить. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья, думаю, за родителей можно и по телевизору. И с твоего позволения, Сосо, я бы хотел, чтобы зрители поаплодировали этим чудным детям, которые сейчас находятся на сцене и помогали Сосо. И особо хотел бы с твоего позволения выделить членов твоей прекрасной семьи, которые сейчас на сцене. Видите, во-первых, жена Сосо Павлиашвили, очаровательная Ирина Павлиашвили. И две прекрасные дочки. Елизавета Павлиашвили, поклонись, Лиза. И Сандра Павлиашвили. Молодцы. За родителей. Спасибо, мои дорогие. Спасибо за аплодисменты, за ваши улыбки, сердцебиение, за вашу красоту, за вашу любовь. Пусть таких вечеров будет как можно больше, и мы будем бессмертными. За родителей. Спасибо им, что у нас есть этот вечер. Как им идет? Гарик, спасибо тебе, спасибо нашему дорогому Мише, спасибо всем, кто сегодня выходил на эту сцену и делал меня по-настоящему счастливым. Да хранит вас всех Бог вместе с вашими родными, близкими, любви, мира и вдохновения вечного. Всегда ваш грузинский брат, ваш Сосо Павлиашвили. Как и Марджон? Ура! Миша, ты там готов? Заводи уже! Дети, вы готов, свободны, Гарик. Потому что сейчас начнется такое, вам это нельзя видеть. Поехали! Давай! Спасибо! Всем пинам! Всем! Начало для девушек, которые разносят по залу то, что приготовил для вас Миша Галустян и на маленького сочинского ослика. Ваша честь, мои родные, это тост. Пусть сияет ваша радость выше звезд. Дай Бог жить вам без печали и тревог. Пусть цветут нас счастью тысячи дорог. Не
стесняйтесь жить открыто и светло, и дарить соседям дружбу и тепло. Час тревожный руку помощи подать, и друзьям ошибки прошлые прощать. Гневитесь, веселитесь каждый час, мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца, и любовью озаряйте нам лица. Раз, два, три, четыре, крыши, руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре, крыши, руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Боятся, годы уплывают, как вода. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. В мире идите, не скрывая чувств своих. Полюбите братьев меньших и больших. Пейте ласковое, терпкое вино. Солнце в синих небесах для всех одно. И со мной пойте песенку мою. Обнимаю и целую, и люблю. Веселитесь каждый час, мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца, и любовью озаряйте на сердца. Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Hey! Сегодняшнего вечера моего старшего друга Александр Ремзи. Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь. Пока в каске пьем за любовь. Пока в каске пьем за любовь. Не слышу тебя, Сочи! Я вас люблю! Я вас люблю! Саса Павлиашвили! Раз, два, три, четыре, тарарарай, таврамини. Ох! Спасибо. Дорогие друзья! Наш вечер продолжается. Дело в том, что ровно 30 лет назад Сосо завоевал гран-при в музыкальном конкурсе в Юрмале в 1989 году. И в честь этого события Сосо мы не могли пройти мимо такого юбилея. Я договорился кое с кем, очень важным, который решает все на новой волне, практически этот человек. И мы приглашаем сегодня Сосо в рамках конкурсного дня «Новой волны» стать председателем жюри на этот вечер в честь этого юбилея. Сосо, вперед! Под ваши аплодисменты! Вот я это, думаю, да? Члены жюри поддержат мой выбор. Да, 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 ты, ты! Дамы и господа, новый член жюри конкурса «Новая волна» 2019 года Сосо Павлиашвили!
волна продолжается. Наступает его конкурсная часть. И вместе с вами продолжит наслаждаться этим волшебным музыкальным вечером Александр Ревва и Лера Кудрявцева. Встречайте! Аплодисменты, друзья! Добрый вечер, дорогие друзья. Привет, новая волна. Ребята, это было грандиозно, невероятный вечер. Поздравляю, спасибо. Миша. Михаил Галустян. Спасибо, спасибо большое. И Гарик Мартиросян. Спасибо, Саша. Да разве это аплодисменты? Друзья, разве это аплодисменты высочайшего класса юмористам, комикам, актерам, певцам? Спасибо, ребят, вам за этот потрясающий вечер. Спасибо вам. Ну, а мы, наверное, будем продолжать. Давайте продолжим и проводим наших коллег бурными аплодисментами. Лера, не будем томить вас ожиданием и сейчас же покинем эту сцену. Мишка, пошли. Пока. Как они прекрасно понимают намеки. Итак, добрый вечер, уважаемые телезрители и гости. И гости концертного зала New Wave Hall. Как уже сказали, сегодня беспрецедентный случай в честь 30-летия победы на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Юрмале. В честь юбилея почетным председателем жюри «Новой волны» 2019 на один день становится Сосо Павлиашвили. Ну что, давайте еще раз скажем нашим коллегам огромное спасибо. Спасибо Гарику, спасибо Мише. И давайте еще раз им поаплодируем. Спасибо. Это было потрясающее начало вечера. Ну а мы, честно говоря, долго думали, как же сохранить на сцене такое же количество юмора и сексуальности. Но потом Лера узнала, кто ее соведущий, и проблема отпала сама с собой. Дамы и господа, главный серфер фестиваля, не пропустившая ни одной новой волны, Лера Кудрявцева. И идеальный мужчина с точки зрения пропорций, но не характера. Александр Ревва. Саша, ну что, давай займем свое рабочее место. Давай. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас второй день конкурса. Участники исполнят для вас свои песни. Сразу предупрежу, у меня здесь на волне профессиональный интерес, как у известного продюсера. Ну, и кого же продюсировал этот известный продюсер? Многих. Билан, Киркоров, Лепс, Гагарина. Да, Саш, а они об этом знают? Ты знаешь, Лера, я автор новой методики бесконтактного продюсирования. Я незаметно влияю на их популярность. Угу. А они, видимо, очень незаметно влияют на твое благосостояние. Давай представим по-настоящему влиятельных людей жюри 18-го международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2019». Итак, музыкант, певец, композитор Леонид Агутин. Певица Анжелика Варум. Певец, композитор Антон Беляев. Певец, победитель «Новой волны 2005» Интерс Бусулис. Певец, победитель первой «Новой волны» Сергей Лазарев. Певец, композитор, продюсер Игорь Николаев. Композитор, продюсер Димитрис Кантопулос. Генеральный директор национального музыкального телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров. И почетный председатель жюри второго конкурсного дня Сосо Павлиашвили. Громкие, несмолкаемые аплодисменты. Эти люди будут держать интригу нашего конкурса до самого конца вечера. Напоминаю, что по новому регламенту оценки мы увидим только после выступления всех конкурсантов. И еще не лишним будет напомнить, что по новому регламенту «Новой волны» члены жюри
ограничены в праве выставлять высшие баллы. Ребята, запомните это, пожалуйста. Каждый судья может лишь два раза поднять максимальную оценку 10 и два раза 9 баллов. Остальные 8 и 7 можно поднимать сколько угодно раз. Про оценки ниже 7 я, конечно, не говорю, чтобы не накаркать. Но в теории их тоже у жюри неограниченное количество. Многие спрашивают, по какому принципу отбирают артистов в жюри. А просто все. Кто с первого раза понимает, что Лера сейчас объяснила, те и в жюри. Ладно, походу мы с вами тоже врубимся. Давайте начинать. Итак, дорогие друзья, откроет второй конкурсный день самая юная участница фестиваля Инис Незири из Албании. Юная, это прекрасно. Это подходит под мой продюсерский план. Я набираю перспективную молодежь в свой продюсерский центр. Раскручиваю их. Дальше мы колесим с гастролями, собираем стадионы, выигрываем все музыкальные премии, а дальше вершина деятельности продюсерского центра. Я открываю бургерную. Схема проверенная, работает. У нашей участницы в анкете написано, Саша, что она не любит готовить, но любит делиться своей едой. Отлично, значит, будет стоять на раздаче. Свободная касса! Опоздал ты лет на 15, Саша, это точно. Она с трехлетнего возраста думает только о вокальной карьере. На сцене участница из Албании Инис Незири. Встречайте! Спасибо. Thank you. Thank you so much. Инис Незири, ваши аплодисменты. Напоминаю нашему жюри, что сейчас оценки они не выставляют. Мы их будем наблюдать после. Ну а образы для Ини созданы российским дизайнером Викторией Чертиной. Судьба одного из призов полностью в ваших руках, уважаемые зрители. На сайте «Одноклассники» уже открыто голосование за обладателя приза зрительских симпатий. Итак, заходите в специальное приложение «Новая волна. Выбор зрителей в «Одноклассниках» и голосуйте за любимых конкурсантов».
а наш следующий участник из России, Буранов. Он тоже продюсер, что ли? Это его бабушки рвут танцпол из страны? Саш, ну нет, просто фамилия у человека такая, ничего более. В своей анкете, кстати, Буранов рассказал, что его первым гонораром были 1000 рублей за целый концерт. 1000 рублей? Мне как продюсеру уже нравится этот артист. Я думаю, с тех пор многое изменилось. Друзья, на сцене New Wave Hall'а Буранов, Россия. Люди — это души на ножках. Люди — это тени в прихожей. Люди — это нервы в ладошках, небо под кожей. Люди — это судьбы в пижамах. Люди — это руки в карманах. Люди — это счастье с глазами, бег за мечтами. Люди — это птицы без крылья и летают в автомобилях. Люди — это облака, заключенные в тела. Люди — это птицы без крылья. Люди — это сердце в костюме. Люди — это мысли на стуле. Люди — это страх в самолете и на работе. Люди — это кудри в подушках. Люди — это песни под душем. Люди — это гордость под курткой, правда под шуткой. Люди птицы без крылья и летают в автомобилях. Люди — это облака, заключенные в тела. Люди — это птицы без крылья и летают в автомобилях. Люди — это облака. Заключенные в тела. Люди — это птицы без крыльев и летают в автомобилях. Люди — это облака. Россия! Образы конкурсанта из России, созданы дизайнером Андреем Пономаревым. Наш следующий конкурсант из Испании, зовут его Хуан Риконда. Испанец приехал в Россию на курорт. Мы сломали систему. Обычно все наоборот. Послушай, Саш, ничего удивительного. По его мнению, Сочи — это российская Барселона. Ты говоришь точно, как тренер футбольного клуба «Сочи» со своим футболистами. Я говорю о том, что Хуан наверняка чувствует себя здесь, как дома. На сцене Хуан Риконда, Испания. Empieza a enloquecerme una vez más. Yo trato de detenerme y empieza a convencerme. No le importa mi talla, se me pone en batalla con sonrisa de mala. Yo le digo en su cara, estoy en la área, me tienen pegado. Ella me
besarte por todas partes. De martes a martes ya nunca dejarte, contigo la vida pasarme. ¡Sí! Ella me dice vamos poco a poco y yo le digo tú me tienes loco y yo le digo tú me tienes loco. Volando en jet privado de Tokio hasta Belgrado, contando los minutos para estar ahí a tu lado. Un, dos, tres de la mañana. No le importa cuando llama, con sonrisa de mala. Yo le digo en su cara, estoy en la radio, me tienen pegado, ella me tiene olvidado. El número uno en su calendario, que lo sepa todo el vecindario. Yo quiero cuidarte la noche y besarte, besarte por todas partes. De martes a martes ya nunca dejarte, contigo la vida pasarme. Ella me dice vamos poco a poco y yo le digo tú me tienes loco y yo le digo tú me tienes loco. Fenomenal, la manera que al moverse empieza a enloquecerme. Una vez más yo trato de tenerme. Ella me dice vamos poco a poco y yo le digo tú me tienes loco. Ella me dice vamos poco a poco y yo le digo tú me tienes loco. Muchas gracias, pasiva. Juan Риконда, Испания. Браво. Спасибо огромное. А мы еще раз хотим напомнить, что сегодня все конкурсанты исполняют песни из своего репертуара. Ух ты. А мы благодарим нашего информационного партнера, радиостанцию Авторадио. Продолжит второй конкурсный день «Новой волны-2019» дуэт «Анна Мария». Две очаровательные сестры-близняшки. Близняшки? Ты сказала близняшки? Ух ты, это же золотая жила для продюсера. Значит, схема такая. Раскручиваем одну, а вторую скрываем от мира. А потом обеих отправляем в гастрольный тур по разным городам под одним именем. Как ты поступил со своим братом-близнецом Артуром? Да, я же говорю, схема работает. Я здесь, а Артур колесит по Сибири. Гастроли? Нет, наказан, просто колесит. Хорошо, вернемся тогда к нашим конкурсантам, Саша. С самого детства Анна и Мария выступают на различных музыкальных конкурсах и неизменно оказываются среди лучших. И сегодня они намерены продолжить, Саша, эту семейную традицию. Ну и над моим предложением пусть тоже подумают. Дуэт Анна-Мария. Украина! Добрый вечер, новая волна! At least a hundred times.
Девочки принимают цветы, уже есть свои поклонники, это здорово. Наряды дуэта «Анна Мария» создала дизайнер Алена Нега. Я вот как-то говорю про наряды наших конкурсантов, а про свой умолчать не могу и не хочу. Мой замечательный костюм шил местный сочинский замечательный дизайнер Грач. Спасибо ему огромное. Саш. Грачик? Грач, Грач. А, Грач. А у тебя костюм от кого? У меня от отца досталось. Ну что ж. Ну что ж, второй конкурсный день фестиваля «Новая волна» набирает обороты. И чтобы не терять темп, я приглашаю на эту сцену артиста из Армении. Армении? Армянин-певец – это продюсерский джекпот. Не нужно заботиться о продаже билетов на его концерт. К примеру, в этом зале 3000 мест. Какую-то часть выкупят родственники, остальные 20 билетов можно и просто раздать. Саш, мне кажется, ты становишься просто жертвой стереотипов. Я становлюсь продюсером будущего победителя, тем более это Сочи. Человек, считая у себя дома, так выступает, сэкономим и на гостинице, и на питании. Да, отлично, на сцене Тём! Армения! Baby, come on and take my hand. I know that you are thinking of that. Put your face on my head like that. Whisper thoughts that you haven't said. So kiss, baby, if you can dare. My hand has never gone this amazing. Let me feel your breath today. Never put yourself in cage. Wanna taste the lips instead. If you're gonna give a chance, let me feel your breath today. Never put yourself in cage. Wanna taste the lips instead. If you're gonna give a chance to come close to you. We're here standing inside this room. Lights tell us what we should do. Feelings gonna break up the rules. Passion is now my only friend. Don't doubt, let us enjoy ourselves. Promise you're not gonna wait today. Let me feel your breath today. Never put yourself in cage. Wanna it's a body. We need nobody. Breathe in, breathe out. Let your fire burst out. Yeah, yeah.
Спасибо, Шурак Алисюн. Тём, Армения. Дорогие друзья, Муз-ТВ – культовый национальный музыкальный канал, который на протяжении всей истории «Новой волны» является бессменным официальным ТВ-партнером международного конкурса. Арман. Следующим выступит представитель Молдовы Виктор Балан. Ух ты! Всего одна буква отличает его от Билана, а какие разные судьбы? Саш, на свой первый гонорар артист купил себе модные кроссовки, которые, впрочем, к сожалению, потом у него украли. Получается, у него есть опыт работы за бесплатно? Я подумаю над его контрактом. Саш, у него юридическое образование. Он читает в документах даже мелкий текст и даже который со звездочкой. Тогда пусть сам пробивается к славе. Что он и делает. На сцене Виктор Балан, Молдова. Площадям было не странно увидеть на зданиях синие итоги. И раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа пестрошерстая, быстрая кошка плыла, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду и смеха отлитого кома. И белый дожженный скомкал, в зеленый бросали горстями духами, а черный ладоням ока раздали горящие желтые карты. Я чувствую платье, зовущие лапы, глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в жесть хохотали арабы, долбом рассветивший крыло попугая. Толпа пестрошерстая, быстрая кошка была, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду и смеха отлитого кома. И белый отброшенный скомкал, зеленый бросали горстями дукаты, а черным расставшихся окон раздали горящие желтые карты. Багровый белый брошенный скомкан, толпа пестрошерстая, и я чувствую. В зеленый бросали горстями дукаты, а черный ладоням раздавшихся ока раздали горячие желтые карты. Спасибо! Виктор Балан, Молдова. Следующий по жребию выступит представительница Азербайджана Асель. Нам она призналась, что у нее есть заветный талисман. Камень, который меняет цвет в зависимости от настроения своей хозяйки. И как ориентироваться по цвету? То есть, если синий, то это цвет хорошего настроения. Если зеленый, то это цвет хорошего отравления. Так, что ли, получается? Если желтый... Получается то... так. А как? Как еще? Ну, то есть... Саш, главное, что цвет настроения Сочи красный со сметаной. Ну, а мы... пожелаем ей, чтобы сегодня ее талисман был цвета победы.
На сцене Асель, Азербайджан. Ты обещал, и это было так красиво, но я не знаю, это правда или ложь. А может, если я перепишу мотивы, то ты откроется, и снова ты придешь. В душе сохраню все то, что было спрятано с грустью, то любим всерьез, на ветер все обиды отпустим. Ты в мире один, и пусть тебе не кажется странным, ты не победил. И это чувство невероятно, долгие даты, все результаты. Я уже жду полтора года, ну расскажи, как там погода. Долгие даты, все результаты. Я уже жду полтора года, ну расскажи, как там погода. Воспоминания. Наверняка в душе я тихо улыбнусь, ведь эта песня мне тебя напоминает. На миг обратно в эти годы я вернусь. В душе сохраню все то, что было спрятано с грустью, то любит всерьез, на ветер все обиды отпустит. Ты в мире один, пусть тебе не кажется странным, ты не победил. И это чувство невероятно, долгие даты, все результаты. Я уже жду полтора года, ну расскажи, как там погода. Спасибо! Спасибо! Асель, Азербайджан! Следите за новостями и подробностями конкурса «Новая волна» в эфире Авторадио. Следующего участника зовут Сандра Николас из США. Ты сказала Сандра? Да. Учитывая грузинскую тему в первой половине сегодняшнего вечера и в честь нашего почетного председателя жюри СОСО, сейчас слегка повышу шансы на победу для нашего конкурсанта. Встречайте, Сандро Николас. США. How you guys feeling? Let's do this. Flew to California. Think about you right now. Lately I've been feeling nothing, girl. Thought I'd be safe and sound around her, yeah. I can never look back and pretend that I was fine, yeah. I've been feeling low but be wearing plastic smiles. Late nights in the city, call me up to client, I'm busy. Voices in the nighttime asking me where is she. I've been dragged through hell and back, thought I was fine, yeah. Never knew this shit would get me sick inside. Say! So, yeah, I'm so sick of this feeling. You got me up all night. Thought I'd find my way back to you. We are alone. So done with this feeling. Been fucked up way too long. High of you and your love. We are, you keep telling me I'll be fine. Keep telling me it's over.
Throwing the nights out, you're calling me to hold ya. On a real note, like, are we over? We are alone. So sick of this feeling, you got me up all night. Thought I found my way back to you. We are alone. Flew to California. Rain that tends to shut my mind down, yeah. Blurry thoughts of nights we danced and got wasted. Baby, wish we could just go back and fix this. But I'd never pay no mind to you ever again. Even if you'd ever come back home, never spend a second thought on you, baby. But a night to you and we'll never again. Even if you'd ever come back home, now I spend no time with you, baby. I've been dragged through hell and back, thought I was fine, yeah. Never knew this shit would get me sick inside, so yeah. I'm so sick of this feeling, you kept me up all night. Thought I'd find my way back to you. We are alone. So done with this feeling, been fucked up way too long. High up, you and your love. We are, you keep telling me I'll be fine. Keep telling me it's over. Don't want the night time, you're calling me to hold ya. On a real note, like, are we over? Say, we are alone. So sick of this feeling, you got me up all night. Thought I'd find my way back to you. We are. Thank you, спасибо. Thank you. Сандра Николас, США. Браво. Следующий конкурсант профессионально играл в футбол, но в какой-то момент бросил и занялся вокалом. У меня два вопроса. Что это был за момент и куда ему попал мяч? Саш, я не знаю, куда попал мяч, но музыка у него точно в самом сердце. Музыка в сердце? Тахикардия, что ли? Саш, давай вот это послушаем и поставим диагноз. На сцене Тарас, Украина. Я готов тебе признаться, что люблю. Если ты со мною рядом, я живу и дышу с тобою в такт. Знает небо это так, за тебя судьбу благодарю. Я готов тебе признаться, что прощу. Если ты меня разлюбишь, отпущу дни и ночи без тебя, растворяться у огня, если вдруг забудешь ты меня. Молиться буду небесам, тебе я жизнь свою отдам, чтобы с тобой всегда вдвоем мы тихо падали дождем, дождем. Молиться буду небесам, тебе я жизнь свою отдам. Разделю, и сотни раз я повторю, тебя люблю. We'll be right back.
Тарас, Украина. Браво! Браво, Тарас. Спасибо огромное. Спасибо, Новая Волна. Великолепное выступление. Браво, Тарас, Украина. В этом году все самое сочное из Сочи в остросюжетных Муз-ТВ Stories с Новой Волны в эфире Муз-ТВ. Ну а мы продолжаем второй конкурсный день Новой Волны 2019. Что мы знаем про следующего участника? Он сексуальный брюнет. Господи, Саш, прости, не при тебе это было сказано. Вырос на песнях Челентана, и девушки от него, прости еще раз, без ума. Кто этот бесстрашный человек, который украл мою фишку? Это итальянский певец Томас Грациоза. Ты сказала мафиоза? Нет, Саш, Грациоза. Томас Грациоза от слова «грация», «грация», «спасибо». А, Артем Спасибкин по-нашему. Ну, понятно. Ну что ж, посмотрим на этого самого дерзкого участника «Новой волны». Пусть выступает. Томас Грациоза, Италия. Дамы и господа, добрый вечер. Чао тути. Риторнеро e sarà come la prima volta. Ritornerò e mi riconoscerai, già sento l'emozione che cresce dentro me. Ritornerò perché ho sbagliato a farti andare via. Ritornerò perché un viaggio a metà resta un viaggio senza meta. Ma adesso ci sei tu con me, adesso ci sei tu con me, ci sei tu con me. Ah, adesso prendimi la mano, ritornerò, ritornerò e ricominceremo da dove avevamo lasciato, da quel bacio rubato di notte di cui ancora ne sento l'odore. Ritornerò sulla tua pelle a sentire il respiro tuo forte. Quando ti stringevi a me tutto intorno spariva, il tuo supereroe ha ripreso lo scudo ed è tornato qui a proteggerti. Ed è tornato qui a proteggerti. E non andrà più via perché... Спасибо. Grazie, grazie di cuore. Томас Грациоза. Артем Спасибкин. Томас. Grazie. Grazie. Челентано, number one. Это он тебе сейчас? I see you. А ты number two. Чао. Спасибо. А, то есть вы разобрались. Приятно человеку говоришь. Челентано, number two. Ему приятно было, наверняка.
Ну что, поехали дальше. Он про тебя сказал, что ты член танго? Да, он сказал про меня. А, поняла. Друзья, мы благодарим нашего информационного партнера, радиостанцию «Авторадио». Пришел черед выступать представителям Латвии, радио «Трио». Это женское трио. С момента основания коллектива их состав, Саш, ты представляешь, ни разу не менялся. Серьезно? Да. Я предлагал эту фишку, кстати, Константину Меладзе. Не прижилась идея. А у девчонок из Латвии получилось. Это даже заинтриговано как-то. Слушай, как я заинтригована, ты даже не представляешь. Дамы и господа, в эфире радио «Трио» Латвия. Удачи! Sun goes down, losing another day. Time runs out. That is what they say. Running, running, ringing, ringing. There's no other way. Longing, dreaming, searching, waiting for a better day. Just let. I'm losing now my burning paper town and taking down that heavy golden crown. Running, running, ringing, ringing, there's no other way. Longing, dreaming, searching, waiting for a better day. Следующая на сцену выйдет группа «Да Винчи» из Москвы. Мужской коллектив. Это удобно для продюсера. С мужиками можно и построже. Ну смотри, там ребята крепкие, а солист, между прочим, грузин. Ага, понятно. Группа из Москвы. Солист грузин. Называется «Да Винчи». Как это логично. Я знаю, что им нужно. Им нужны хорватские костюмы, композитор из Вьетнама и репетиционная база в посольстве Эквадора. И сочинский зритель. На сцене группа «Да Винчи», Россия. Сакартвелу гаумарджиус. Ты настигаешь меня по следам. Я опять убегаю, но чувствую сам. Ты во мне без остатка, мой вирус и спам. И этот мир трещит по швам. Я когда-то устану тебя забывать. Только не перестану всегда ревновать. Слушай, больше не надо мне напоминать. Тебя искать, тебя искать.
запах при любой погоде. Мне твой напоминает в каждой чашке кофе, в каждой моей спетой ноте. И я уже перешел за край, ты только не отпускай. Не отпускай. Держи крепче, держи крепче, не отпускай. Не отпускай. Держи крепче, держи крепче. Я честно пытаюсь тебя разлюбить, не лавировать с краю, не падать, не ныть, задушить свою память и не ворошить. Тебя забыть, тебя забыть. Только ты настигаешь меня по следам. Я опять убегаю и чувствую там. Ты во мне без остатка, мой вирус и спам. И этот мир трещит по швам. Запах при любой погоде мне твой напоминает. В каждой чашке кофе, в каждой моей спятой ноте. И я уже перешел за край, ты только не отпускай. Не отпускай. Держи крепче, держи крепче, не отпускай. Руки выше. Не отпускай. Держи крепче, держи крепче. Запах при любой погоде твой напоминает. В каждой чашке кофе, в каждой моей спятой ноте. И я в твоих руках задыхаюсь. Не отпускай. Россия. Спасибо, ребят. Образы группы «Да Винчи» созданы стилистом Натальей Юрковской. Следующая участница представляет на конкурсе Кубу — Ильяна Санчес. Россия произвела на нее очень хорошее впечатление. К тому же здесь она встретила, Саш, ты не поверишь, свою любовь. Не успела приехать. Увели красавицу из-под носа. Кто? Кто этот виновник нового карибского кризиса? Ну, в анкете она не открывает его имя. Молодец. Молчит, как договаривались. Кремень. Ты чё ли? Читай дальше. На сцене Ильяна Санчес. Куба. Встречаю. Frustración, sale pa' la calle, que eso aquí lo resolvemos bailando, lo resolvemos sudando. Dejemos un poco esa carga pesada, tira tu pasillo que no pasa nada. Al mal tiempo ponle siempre buena cara, no coja más lucha que no pasa nada. Bailando, leilelo, leilelo, la. Deja que nos coja aquí la madrugada, batiendo cadera para ti. Siente el ritmo y gózalo. Apache bonito en su que baila, baila sudando. Dejemos un poco esa carga pesada, tira tu pasillo que no pasa nada. Al mal tiempo ponle, no coja más lucha que no pasa nada. Baila, 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 baila.
roja que la madrugada, marchando cadera para adelante y para atrás. Olvida el problema y déjate llevar. Deja que nos coja aquí la madrugada, olvida el problema y déjate llevar. Alelo, ley, lelo, ley, lelo, la. Deja que nos coja aquí la madrugada, olvida el problema y déjate llevar. Afina los colores rosa, pero qué más da. Lo que mucho resta y poco ha de sumar, lo que te lastima y te hace llorar, lo que un día fue y ya nunca será. La vida sigue andando, no te quede atrás. Lo que te lastima te hace llorar, lo que un día fue y ya nunca será. La vida sigue andando, no te quede atrás. Ильяна Санчес, Куба! Gracias. Саша, и muchas gracias! Ильяна Санчес, Куба! Уважаемые зрители, заходите в специальное приложение «Новая волна. Выбор зрителей» в «Одноклассниках» и голосуйте за любимых конкурсантов. По итогам голосования победитель получит приз зрительских симпатий и специальный приз от «Одноклассников». Награждение победителя состоится во время церемонии закрытия «Новой волны». Как говорят на совещании руководства телеканала «Россия», а теперь приятные цифры. Время узнать оценки наших конкурсантов за второе выступление. Мы приглашаем выйти сюда всех участников, чтобы лично увидеть, какие баллы выставили судьи. Конкурсанты на сцену! Друзья, встречайте, аплодисменты! Инис Незири, Албания! Буранов, Россия. Хуан Риконда, Испания. Дуэт Анна Мария, Украина. Тём, Армения. Виктор Балам, Молдова. Айсель, Азербайджан. Сандра Николас, США. Тарас, Украина. Томас Грациозо, Италия. Группа Радио Трио, Латвия. Группа Да Винчи, Россия. Ильяна Санчес, Куба. Да, напоминаем, что все члены жюри с этого года ограничены в праве выставлять высшие баллы. Каждый судья имеет в своем распоряжении только две оценки по 9 и по 10 баллов. Итак, оценки конкурсантам в том порядке, как они сегодня выступали. Инис Незири, Албания. Итак, оценки жюри. 10, 9, 8, 10... 10, 9, 10, 10, 10 баллов получает Инис Незири. Следующие оценки. Буранов, Россия. 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9. Хуан Риконда, Испания. Оценки жюри. 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7 баллов. Дуэт Анна Мария, Украина. Итак, 8, 8,
8. Оценки Тём Армения. 8, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 8 и 8 баллов получает Тём из Армении. Виктор Балан, Молдова. 8, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 7. Айсель, Азербайджан. Оценки жюри. 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 баллов Асель из Азербайджана. Сандро, он же Сандро, Николас, США. 9, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 8. Тарас, Украина. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8 и 8 баллов получает Тарас, Украина. Томас Грациозо, Италия. 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Группа «Радио Трио», Латвия. 9, 8, 8, отсвечивай. 9, 8, 9, 10, 9, 8 и 8 баллов. Немного ошиблась Лера, но это и понятно, уже какая волна у нее. Давай, едем дальше. Давай. Итак, группа «Да Винчи», Россия. Внимание! Пошли те самые немногочисленные оценки. 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 9 и 8. И последняя конкурсантка Ильяна Санчес, Куба. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 баллов. Все жюри единогласны, единогласно. Артисты понимают, как какой-то труд и какое волнение выходить на эту сцену несколько раз. Ну что ж, дорогие друзья, промежуточный итог второго конкурсного дня телезрители увидели в таблице на своих экранах. Нам осталось только пожелать удачи всем нашим участникам в третьем решающем выступлении. Дождемся развязки. До встречи в эфире канала «Россия» на новой волне в Сочи. Пока и до встречи!